Сегодняшняя тема. Ирина Шейка публиковала в Инстаграме фото, на которых позирует в черном татал луке от Бербери. 35-летняя модель наравне с Кендалл Дженнер, Джиджи Хадит и Мадонной в удаленном формате поддержала презентацию новой коллекции бренда. Звезда подиумов позировала перед камерой в бюстгальтере, шортах-бермудах, шубе необычного кроя и прозрачной обуви. Ранее Ирина Шейк стала звездой показа Майкл Корс, в черно-белых образах снялась для Эллы и вышла на подиум на показе Версас. О пяти универсальных цветах, которые идут всем, читай в статье. А в галерее еще больше фото Ирины Шейк. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.